Всем привет! Очень сильно пожелтел чесночок. Сейчас будем его спасать. Будем делать эликсирчик спасательный. Сейчас я покажу, что мы будем делать. Сейчас мы будем разводить от пожелтения чеснока 100 грамм соли. Все будет идти на 10 литров воды. 3 ложки нашатырного спирта столовых, 100 грамм соли. И марганцовка до светло-розового цвета. Все это на 10 литров воды. Вот это я все развожу и сейчас буду его проливать. Дней через 7 можно будет посмотреть эффект. Спасибо. А теперь вот сделали луночку и теперь проливаем соль, нашатырь и марганцовку. Вот так сделаны луночки и пролито марганцовкой, нашатырным спиртом и солью. Посмотрим дней через 5 результат.